Бюджет сверстан на 3 года и принят во 2-м чтении депутатами городского собрания Сочи. Таким образом, средства распределены по отраслям. В городе будет работать 28 программ, но это уже с учетом софинансирования. То есть на реализацию этих программ будут привлечены средства из краевой казны. Бюджет 2018 года – это 10 миллиардов 651 миллион 651 тысяча рублей. И в том числе местных налоговых сборов 6 миллиардов 470. Бюджет стабильный, он гарантирует исполнение функциональных обязанностей всех бюджетных подразделений города Сочи. Я полагаю, что он напряженный, но вполне реальный. На бюджетные средства построить дополнительные школьные помещения на Макаренко, в Догомысе, в Хосте, завершится ремонт спортшколы номер 2, спортплощадок в ряде других школ, в том числе и сельских. Запланирована газификация Лазаревского района и Хостинского. Увеличены средства на благоустройство всех районов. Увеличится зарплата у медицинских работников и на 5% зарплата всех бюджетников. Одним словом, бюджет принят согласно утвержденного плана социально-экономического развития города Сочи. Депутаты также подняли вопрос о необходимости контроля и ревизии предприятия спецавтохозяйства по уборке города, которое вновь в конце года попросило из бюджета 59 миллионов рублей. И народных избранников поддержал заместитель прокурора города, который сообщил, что в прокуратуре уже ведется проверка финансовой деятельности САХа. По нашему мнению, уже хватит субсидировать, нужно смотреть, куда же фактически расходуются денежные средства, которые зарабатывает САХ. Утвердили также на сессии городского собрания Сочи правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проекта и программу приватизации муниципального имущества Сочи. Также утвердили важный для депутатов документ, по которому предстоит работать в новом году, план работы городского собрания Сочи. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.